Ну что, народ, доброе утро, у нас новый день, а у вас новое видео на канале. Мы сейчас уходим с атолла Палмерстон, это место себя исчерпало, мы хотим приключений, мы хотим разведывать этот мир дальше. Ну что, готовы? Погнали. Ну вот мы и вышли, оставили Палмерстон позади, впереди нас ждет 285 миль, если мы идем на Беверидж Риф. Это 130 миль от Ньюи, и либо плюс 130 миль, и мы идем прямо на Ньюи. Пока еще непонятно, нас волны нам перекрывают еще атолл. Мы уже от него отходим. Единственное, что у нас была какая-то проблема, у нас на пульте лебедки подъем что-то не хотел работать. Погодка, вот вы видите, какая, надеюсь, такая и будет. Весь переход, очень хочется солнца, не нравится дождь. Как тебе Палмерстон? Ну, мне в целом понравилось, интересно. И необычно, как коммуна людей, получается, они все потомки одной семьи. Ну, у каждого своя семья. Очень классные детки у них, мне понравились, такие грамотные, интересные, все время чем-то заняты, то есть на самообучении. И вообще необычно, то есть ты ожидаешь от такого удаленного острова, что тут они будут такие нищенствовать, короче, там одна рыба и никакой радости в жизни. А тут мы приехали, у них... Ну, я думаю, что это еще благодаря тому, что есть помощь от государства, в частности, от Новой Зеландии. То есть у них у всех хороший интернет, солнечные панели, ни в чем они вообще не нуждаются, запас продовольствия, продуктов, вот есть все до мелочей. Люди живут в свое удовольствие. Ну, то есть единственное, что тут, конечно, ну, у них и развлечений, в принципе, по их меркам достаточно. Они тут и поют вместе, и собираются, и какие-то вечеринки. И по воскресеньям они все нарядные, набритые, вкусно пахнущие. В общем, церковь идут. Церковь идут, да. Утро. Утро великолепное. Ночью было светлое небо, пару раз немножечко поморосило, но в принципе ничего страшного не было, даже дождя не было, я даже не одевал на себя ни пром. Из новостей ветра у нас нет, по прогнозу, я вам говорил, у нас там красно-черное, все такое прямо уф. А сейчас мы поменяли угол, потому что вот сейчас у нас угол 140, и мы идем сильно южнее. Просто чтобы иметь хотя бы там 13 узлов ветра, аппарент, который разгоняет нашу лодку. В общем, удивительно. Большие волны. У нас, кстати, сейчас восход. Смотрите, какая красота. Разгоняются большие волны. И нас с них разгоняет, и паруса хлопают иногда, потому что не хватает ветра, чтобы их держать надутыми. Мы сейчас подходим к Ньюи. Ну, тут не видно, естественно, вообще ничего. Мы стали на буй. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Ну, вот так вот. Это, кстати, первая линия буев. И вот там вот, если посмотреть, там еще одна лодка стоит, он видно, лампочка горит. Ну, все, две лодки у нас здесь, похоже. Ну что, как добрались, понятно. А теперь, собственно, рассказ об острове. Здесь очень глубоко. Там, где мы стоим, находятся только буи, и на якоре здесь стоять возможности нет. Пирс городской, столица Алофи. Там наверху находится яхт-клуб. И вот здесь еще одна стоит лодка. Буи очень легко было вытащить. Просто поднимаешь буек и на него крепишь муринги. Мы сюда заходили среди ночи, поэтому мы связались с Ньюи радио только вот с утра. Ночью, естественно, нам никто не ответил. И нам сказали, спускайте тузик на воду и будьте готовы, чтобы к вам приехал таможенник. Еще?
тебя там тряпочка. Красиво! Еще хорошо, если ты сам за ним упадешь, будет вообще контент на миллион. Великолепно. Давай вниз. Тузик наконец-то на воде. А вот там вдалеке это supply ship. Привез сюда провиженинг, еду и там всякое полезное. Сейчас, наверное, на пирсе выгружают все с барж. New radio, new radio. Sailing vessel Mushu calling. Do you read me? Over. New radio receiving. Please switch to channel 11. Copy 11. This is sailing vessel Mushu. Our dinghy already in the water and we are ready for a custom and waiting for your information. Over. Copy that, stand by 1-6. Все, мы на 16 канале ждем, когда нам дадут информацию по времени, когда к нам приедет таможенник. Такие прикольные эти тут. Здесь вот такой вот пирс, на который выгружают все контейнеры, суда, лодки, машины приезжают. Местные лодочки, видишь, они отличаются от французско-полинезийских. Попроще такие. Ну и конструкции. У тех такие наполированные, да, тут смотри, гелико, а здесь всякие металлические, видишь, да, из труб, а там никогда а из труб не было. Как на таких прикольных соединяются. Да. Там у них своя технология. Езжать на динге. Да. Ну это ж слип, я думаю, не? Ага. А, нет, слип, нет. Просто выкопано. Короче, нам сейчас надо найти какой-то commercial center. Непонятно только где он, но мы сейчас его найдем. Я думаю, что это где-то рядышком. Ну, все рядышком. Пушечки по яхтам пулять. Яхты. Так, мы уже узнали, где здесь кастом. Вот это здание. И мы сейчас сюда идем оформляться. Так, это здание, кстати, парламента. Вот мы сейчас оформляемся, делаем чек-ин. И мы будем легально находиться на Ньюи. Ну что, что тут, с комарами охотишься? Да, у меня тут война. И они охотятся на меня, а я на них. Я их приманиваю ножкой. Кстати говоря, это здание, это парламент бывший, оно было закрыто раньше. Я его никогда не видел. Тут прикольно такое. Да, да, большой свежо, холл, прохладный, свежий. Большое, так хорошо проветривается. А вон же, смотри, в крыше дырки, это же как раз вот естественная вентиляция, когда оно проветривается. Не, ну вон там у них открытые окна вот эти. Ну вот, один министр, там второй министр. Так, ну все, нам поставили печати в паспорт, и мы свободны. Спуск. Спуск идет на пляж. Ну идем сначала, зайдем в этот яхт-клуб. Пойдем туда, где здесь лодки просто. Смотри, видно нашу лодку. О, великолепно. Великолепно. И на какой-то интересный пляж. Яхт-клуб спортивный. Вон еще один, смотри.
Короче, по стоимости оформления вход бесплатно, а выход нам будет обойдется 150 новозеландских долларов на человека и 50 биосекьюрити. Итого 350 новозеландских долларов нам обойдется выход. Кстати говоря, в прошлый раз, когда я здесь был, в 2017 году, я платил 30 долларов на выходе и все. А сейчас подорожало немножко в 10 раз. Но это, конечно, сакс. Что поделать, значит, будем отдыхать на все 330-350. Смотри, что это? Вот это у тебя... У меня порция как на очень большого человека. Это мой скрэмбл эгг завтрак. Что у тебя, смузи с чем? С манго и клубникой. Или малиной. О, класс. А у меня смузи с чем? Как всегда. С пшеницей. Это уже, кстати, второе. Твой любимый вид смузи. 10 утра, пятница. Я считаю, великолепное начало дня. Короче, у нас есть облом of the day. Я здесь, когда был в прошлый раз, здесь были скутера на прокат. А сейчас здесь только автомобили. А мне не хочется автомобиля. Я люблю двухколесный транспорт. Я предлагаю тебе велосипед тогда. Здесь 65 километров по кругу объехать. Ну что такого? Ну как? Как бы далеко. 5 километров, ты думаешь, ты не проедешь на велике? Проеду, но мне это не понравится. 65! За один день все 65. А как, если ты хочешь его по кругу объехать, так это за один день надо 65 ехать. Какие варианты? Доехать до половины и вернуться обратно? Все 65, да. Столбики, натянутые веревочки. Здесь все супер цивилизовано. Это же все, о, кладбище рядом, стихийное. Если вы хотите кого-то зарыть на Нюи, можете это делать. Ну, прямо здесь вот так. Вообще Нюи это очень-очень близко к Новой Зеландии, хоть это и независимая страна. Валюта здесь новозеландийская, а насчет монеток я не помню. Наверное, тоже свои есть. Смотрите, если какой-то красивый вид, обязательно стоят столики. В Австралии и в Новой Зеландии это обязательно. Только в Австралии здесь бы еще стоял электрический гриль. Мусорки обязательно, сортировочные, хотя может и нет. Наша лодочка стоит. Здесь такая тема: для того, чтобы водить машину или взять машину в аренду, нужны местные права. Но прикол в том, что сегодня у нас пятница, а полиция работает с понедельника по четверг. Потому что в пятницу, в субботу, воскресенье преступлений в этой стране не бывает. Так вот, до понедельника мы будем гулять walking distance. Либо мы все-таки возьмем велосипеды, как я тебе предлагаю. Ну, опция есть такая. Но 65 километров ездить точно не буду. Слушай, да что с тобой будет? Расстройство. 5 километров на вельчике? Да нет, можно поездить на велике. Можно на велике поездить здесь, типа, around. А потом машину взять и объездить дальние участки, которые, в принципе, ничего интересного. Так тогда может забить на эти права вообще. Ну не увидим мы дальних краев этого острова. А может, когда едем на велике будем? 65 километров? Ну что нет? Гори в аду. Здесь прикольно, что как только какое-то красивое место, то значит сразу есть лавочки. Вообще какой-то рейс похоже. Да. Ну что, зря сюда ехали. Ну камон, мы ехали, мы страдали трое суток. Пиво будет. Как в Думе. А это у нас церковь. Конечно, не Аитутаки. Этих ребят я помню. Суши и гурмет кузин. А еще тут прикольно, у них есть здесь landline. То есть обычные телефонные номера, когда трубку поднимаешь и набираешь там звонить. Так вот,
У них здесь все эти номера четырехзначные. А тут все серьезно, вот так идешь, тут какие-то захоронения. Прямо вдоль дороги. Ой, какие тут жалко теперь. Это супер вкусно пахнет. Просто офигеть. Вот чем это пахнет? Ну, это пахнет как франгипани. Ну, для тех, кто не понимает. На могилках не парковаться. А вот дальше заправочная станция. Собаки! Привет! Такой дружелюбный, так ждал, чтобы с ним поздоровались. Прямо улыбался и шел навстречу. Такой мякиш. Смотрите, какая милота. Вот вроде как бы знак, а весь написан от руки. Свежий, красивый. И он логотипы World Meteorological Organization. Ладно, ну, это очень мило. Весь этот плакат не напечатан, а именно написан от руки. Стильно. Но нам нужен сюда. Свонс. Кто? Свансон? Что ты обнаружила здесь? Я нашла самого большого коконат краба на острове. О, боги! Мутанто! Красивый. Идем туда. Ну, да. Металл? Не, фаберно. Слушай, ну сделан так качественно, разукрашен, красиво. Прикольно. Формы такие. Торгово-промышленная палата Ньюи выглядит вот здесь вот так. Смотрите, тележки прикольные. Покатаешь? Покатаюсь, садись. О, это летающие вот эти, по-моему, да? Да. Это то, что мы сегодня выбросили. Хохове. Хохове. Это летающие рыбы, вон пакет. 30. Они огромные, реально. Ну да, мутанские. Есть что покушать. Короче, мясо здесь, все продукты новозеландские. И по стоимости, вот видите, чикен стоит $12 килограмм. Ну, короче, где-то вот около 12 до 20 долларов, смотря за какое мясо. Мясо есть хорошее, новозеландское вообще хорошее мясо продается. Выбираю, наконец-то нашла, где продаются сэндвич-бэги для моих ракушечек. Да любой бери. Ну что, вот у нас закупочки. Супермаркет, кстати, большой, но бестолковый. Ну, относительно еще такой нормальный. Вот, не, ну да, он большой. Ну. Какой майонез больше похож на... Да, любой. Ну тут яблочки, апельсинки. Они здесь по нормальной цене? Ну что, да? Тут есть приколы. Ой, кто это? Дима, смотри. Интересно, где здесь можно нормальных обыкновенных местных фруктов купить? А здесь, может быть, нет у них обыкновенных местных фруктов, все в Новой Зеландии привозят. Купились? Ку купились. Смотри, что я нашла. 50 круиз. Короче, вот эта вся куча 150 местных денег, это где-то около 100 американских. Лучше, чем в Это как на Таити, наверное. Вот еще пример. Смотрите. The Rock Bets. Они здесь все. Он The Rock. Тут даже супермаркет с семенной табличкой. Ничего себе. А сейчас, после супермаркета, пешком мы точно не пойдем. Делается это здесь очень просто, потому что люди очень добрые. Поднимаешь руку, тебя сразу подвозят. Это, наверное, администрация. Полицейский участок, вот там вот стоят полицейские машины. Вот, наверное, это вот полис они. Полис 1, полис 2, да. Ну вот. Нас подвезли. Да, две прекрасные дамочки. Да, вот эта машина там разворачивается. Это было наше такси.
пиво и прочие такие штуки, они продаются вообще в отдельном магазине. Здесь в супермаркетах такое не продается. А Liquor Store это вот. Вау! Давай возьмем. Народ, вы не понимаете прикола. Посмотрите на это пиво. Вакачанги. Это самый великолепный брендинг, который можно только придумать. Регуляр барбекю лагер бир. Вакачанги, это пипец. Чего ты не радуешься? Я? Почему я не радуюсь? Я вообще даже радуюсь. Я не вижу, как ты ликуешь. Ну, я ликую. Но я при этом иду и смотрю на дорогу. Значит так, теперь у нас есть миссия. Мы пешком идти, но я не очень хочу. Сейчас будем пытаться хичхайкить. Что это значит, Дина? Это значит, что ты будешь сейчас ловить машину на живца. На живца. Поэтому будем ловить машину на тебя. Тебе нормально, мне нет, поэтому лови машину. Вот это сзади машина отъезжает, это нас тетечка подвезла, а мы готовы грузиться. Но прежде чем мы поедем на нашей великолепной каратии, на нашу лодку, я вам сейчас кое-что интересное покажу. Короче, вот здесь стоит вот такой большой кран, который загружает с баржи. А вот посмотрите, стоит судно. У него такие большие лайны. И вот он стоит там, бросает носовой, потом бросает вот эти задние свои швартовые. А вот баржа, в которую загружают все. И вот этот кораблик, который стоял на берегу, его спускают на воду, его везут к вот этому вот кораблю, грузят и привозят вот сюда. Вот такая вот история. Ну что, давайте я вам покажу, как тузик надо загружать. Вы видели, как загружать, а сейчас мы его будем сгружать. Итак, здесь на пирсе стоит вот такой вот кран. Для того, чтобы сгружать, мы берем вот этот пульт. Здесь написано вниз-вверх. Вот так вот рукой тянешь вот эту вот фигню. Она справляется, смотрите на нее, какая мощность! Так, а кран наш сдуло, поэтому мы сейчас берем веревку и тащим, лови этот. Дальше, наверное, было чуть-чуть. Сюда. Нет, мы его сейчас тащим. Ты его, ну иди, поднимай просто за этот. Да, 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 давай. Поднято полностью, стоп. Давай, еще, 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 грузи. Он все равно подтянут. Ну, сейчас надо его поймать будет как-нибудь там. Вон он уже почти подъехал, лови его. Thank you very much. Все, вот. Мне запрыгивать? Да. Так, ну вот ребята тут. Нет, просто залазь. Так, ну что? Очень технологично, да? Это единственное место в мире, где я видел, как тузик сгружается. Такой вот первый день на Нюи. С сухими ногами залезть не получилось. Мне как было носочки дурацкие свои одевать. Не умничай здесь, Стронцо Фанкула. Король стиля. А вот он этот, рядышком с нами стоит. Мадсон. Немножко напоминает такой вот этот wheat beer, которое такое белое. Я не очень люблю, я люблю больше обычные такие мягкие сорта. Но, исходя из этого брендинга, великолепно, мне нравится.
Так как мы очень долго на лодке сидим и не шевелимся, сегодня у нас большой план. Идем и шевелимся. Идем и шевелимся. У нас где-то около 2 часов будет занимать наша пешая прогулка. В одну сторону? В одну сторону. Но это 3 или 4 разных вьюпоинта. В общем, прогулка будет у нас сегодня на целый день. Такая вот дорога. Да. Такая вот дорога нас ждет впереди. Сегодня у нас воскресенье. По воскресеньям здесь не работает ничего. Как кроме церкви, естественно. Как всегда на вот этих вот маленьких островах, особенно в центре Пасифика, они тут супер религиозные. И я спрашиваю у местных, говорю, а у вас тоже есть такая тема, типа no Sunday flights? Типа, чтобы по воскресеньям не летали самолеты, потому что люди должны ходить в церковь. Они говорят, а, мы хитрые, у нас вторник-четверг самолеты. Так вот, они все продумали, чтобы не было никаких конфликтов в их жизни на этом великолепном маленьком острове. Что же нам здесь предлагается из энтертеймента? Внимание! Когда вы последний раз брали в аренду DVD? Netflix? Нет, не знаю, DVD. Оп, Ситрек. Дина, запомни, 200 метров это вниз надо идти, вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Пещерочка. Вот смотрите, здесь вот прямо, ну реально просто жопа, выход на камни. И здесь вот сделали ступенечки, чтобы было удобно ходить. Вид красивый, вот. Народ, тут такая прикольная штука, называется Vaila Caves. Сейчас я вам покажу. Это какие-то пещеры древние, в которых были какие-то поселения. Что ты взял? Я тебе говорю. Туалет и душ. И естественно, где красиво, там зона для пикника. И вот мусорные баки есть. Нет времени объяснять. Срочно вниз. Да, пещерочка такая. Прямо и сюда есть проход. Вон, Дина пытается сюда пройти, перепрыгнув через эту пропасть. А тут вот песочек даже внутри есть. Ничего себе. Такая кривая дорожка из этого пула. Здесь, кстати, когда-то был тренажерный зал. Наверное, он сейчас тоже есть. Смотрите, здесь вон всякие тренажеры, от них там кредлы. Да. И вы знаете, мы сюда заходили просто так поздороваться. Это было там в 17-м году, по-моему, или в 16-м. И тут такой симпатичный дядечка, который, ну, владелец этого джима, которого, наверное, больше уже нет. Так у него на стене висел кубок из Казахстана. Вы представляете, где Казахстан, а где Ньюэй? И они ездили туда на соревнования, кто крутой качок. Так вот, тренажерного зала здесь больше этого нет. Папоротнички из земли. Такие по одному листику. Все с одного, наверное. А вот, смотри, какое прикольное дерево. Цветочки. Вот такие висюльки. Лишайники. Ну. Вот смотри, у меня вообще вот такой вид есть, смотри. Как сахарка. Вообще, на самом деле, это все лишайники, вот эти вот, все, что цветное. Что тут? Марин резерв, лукаут. Такая дорожка красивая. Коралл здесь прямо на верхушке. А вы уже видели и уже должны знать, что это значит. Когда вверху коралл находится в горах,
Это говорит только о том, что это приподнятый атолл. А приподнятый атолл, мы вам раньше уже показывали, это великолепный остров Макатея. Поэтому теперь вы знаете, вот еще вот можно так сразу четко понимать, что же это такое. Видно. Да, да, вот. Прикольные такие. Ну, им там миллионы лет, если не больше. Да, вот, ой, красиво. Сюда хочу посмотреть. И здесь видно. Нет. Смотрите, какие прикольные листочки. Они, во-первых, плотные такие. Хоба. Семена, наверное. Семена. Такие. Как папоротник. Так вот идешь, тут красивый вид, и сразу стоят столики для барбекю. А это вообще спуск, вон эти каноэ спускают, традиционное местное здесь. Ну что, народ, мы приехали на Аваики Кейв. Пришли, извините. Кстати, вон туалет здесь общественный. Короче, народ, это место знаменательно тем, что сюда приехали первые полинезийцы, которые заселили этот остров. И это было первое место, первая точка, на которую они типа причалили своими каноэ. Поэтому оно очень знаковое. И раньше сюда можно было заходить только людям с высоким рангом, что бы это ни значило. Написано так было в буклете туристическом. Прикольно. Класс. Прикольно. Ух ты. Тут, конечно, лазить не очень просто, потому что посмотрите, какие острые камни. Но с другой стороны, вон какая-то пещера великолепная, да, срочно нужно попасть. Вот это клево. Класс, да? Можно голо искупаться. Я уже вам говорил, что сегодня воскресенье, и тут все в церкви ходят. Вот у них одна церковь, и вот тут рядом парковка автомобильная. А вот рядом из больших таких. Это зимний вариант. Непонятно. На острове вот такая социальная реклама от руки нарисованная, чтобы вы бросили курить. Сигарета выгорела на солнце. А мы идем дальше. Где-то здесь должен быть кафе-ресторанчик. Такой вот красивый здесь спуск вниз к скалам. Короче, ресторанчик мы нашли, но сегодня воскресенье, и он работает с 5 часов вечера. Вот такое западло. Поэтому мы сейчас будем искать способ, как доехать обратно. И здесь на острове все ловят вот так вот машину и часто подвозят. Во всяком случае, сколько мы ходили уже в супермаркет все время, и туда, и обратно подвозили. Может быть такое, что сегодня люди там в церковь едут, и им не по пути, но это совсем другая история. Ну, попробуем сейчас поймать, потому что мы прошли, он по часам 13 тысяч шагов в одну сторону, обратно еще 13 идти не хочется. Тут видно, какой-то художник живет. И вот еще одна социалочка, типа, это что, выбрось паспорт свой? Мусор. Выброси мусор. Не выбрасывай, видно, на улице. Вот, да. Как назло, машин почему-то не едет. Белая машинка сзади уезжает. Ребята нас подвезли. Они ездили в церковь. Они живут на другой стороне острова. Да, очень милая пара. Тетечка отсюда. Она с Нью-Вей. Из Австралии. Да, из Австралии, из Перта.
Ну, такие пожилые, очень приятные. Такие веселые, в беленьких нарядных рубашечках, да, такие с церкви едут. Платье, рубашки, нарядные. Очень милая пара. Да. А тут вовсю идет работа. Это, кстати, по-моему, это, я думаю, что это пустые. Все остросюжетно. Ну все, быстрее на нашу лодочку. Ты довольна, Диночка? Да. Погнали. Ну что, народ, послеобеденное время. Пиво новозеландское, Стейнлагер с томатным соком. Великолепный дневной напиток. Это невероятно вкусно. Короче, очень смешная история. Нам нужно было сейчас зайти в магазин электроники. Уже второй день приходим, он все время закрыт. И нам тут в соседнем магазине говорят... Они открываются в час дня. Короче, в час дня вот такой режим работы. Вам что-то нужно? В час приходите. Все об этом знают, но нигде об этом не написано. Это какие-то секретные сайенс. Ты должен догадаться. Так, у нас сейчас задача. Alofi Rentals. Cars, Van, Motorbikes. Похоже на фигню. Ну, в общем, сейчас будем узнавать, что у них тут есть интересного. Закрыто? Почему? Ну, в любом случае мы машину хотим взять, поэтому сейчас пойдем в полицию. Нужно здесь сделать права местные. Это такой прикол. Короче, выдают права, ты своими не можешь ездить. Нужно пойти и на основании своих получить местные ньюэанские. Получаем местные права. $24 нам обходятся эти. Нам взяли, заполнили анкетку, и вот сейчас нам их выдадут. Ну, мне, в этом случае. А Дине не выдадут. Ну что, народ, вот я получил права Ньюи. И сейчас мы пришли в прокат и будем брать. А нам сказали, здесь мотоциклы. Yes. У Дины тут свои друзья. Привет, злодейский дурацкий пес. Злодейская дурацкая псятина. Дина, сейчас нам привезут наш мотоцикл. Будем кататься. А шлемы у нас там будут. Ну да, я думаю, будет. Здесь они к этому очень серьезно относятся. Ну что, Сардина Чепедросовна? Сейчас сам будешь Чепедросович. Неудобно это без кнопочки. Мэк-мэк. Крейзи Фрог. А ты Крейзиня Фрогиня. Мэк-мэк. Ну что, вот он наш великолепный Honda Shadow. Какой у него объем вообще? It's good. Короче, мопед оказался не заправленный полностью, поэтому они сейчас поедут, его заправят. Потому что мне заниматься заправкой его, чтобы подкататься, не хочется. А ты уже в шапочке сидишь, он через 2 минуты приедет. Вы ну знаете, что здесь байки под левостороннее движение сделаны? Вот дела. Ты теперь чеперист? Чепедрос. Газ с левой стороны, сцепление с правой. Ой. Ой-ой-ой. Да я шучу. Так, я думаю, что эту штуку надо тебе будет, наверное, на плечо. Конечно, твой потничок. Он же сказал, что тут преступлений практически нет. Вот так вот идешь. Здесь какое-то местная достопримечательность. Вон туалеты, мужские, женские. Посмотрите, какая тут великолепная дорожка. Чтобы не скользить. Поручни, чтобы идти. Написано расстояние 5 минут walk. Вот предупреждение, что будете когда купаться, в канале очень большое течение. Будьте very careful.
Вот смотрите, почему это приподнятый атолл. Видите, здесь все растения вот на кораллах растут. Это все кораллы, которые подняты высоко над поверхностью воды. Только бабочек. Ну, тут вообще очень красиво, Дина. Бегом сюда, иди. Можно покупаться. Можно залезть на скалы. Да вообще великолепно тут, класс. И вот там еще есть заход туда. Ну да, только непонятно, задом или вперед. Как тебе удобно? Задом вперед. Боты. Какой опасный, смотри. Ну, у него тут ловушка целая. Не порти ему тут. Что офигенно в Австралии и Новой Зеландии, это то, что вот вы приходите, здесь красивое место, смотрите. Великолепный вид, арки и та-дам! Столик для пикника. Это вообще практически всегда такой монументальный. Какие арки великолепные и гроты. Тут спереди нас ждет breathtaking view, 1,5 километра, но у нас есть одна маленькая проблема. Да. Tactical flip-flops. Я не рассчитывала сегодня. Очень красивая такая лесная дорога. В тенечке. Посмотрим, будет ли это все 1,5 километра так. Сейчас заходим. Красивый каньон. У Дины здесь большая миссия. Она идет выкрасть папайю. А я стою на газах, жду Дину. Она берет папайи, и мы быстро сваливаем, быстро. Ты знаешь, что ты будешь? Пошел сюда. Да, на солнце. Давай на солнце, нам не привыкать. Впереди. О, церковь, наверное, какая. Заброшенные дома такие. Смотрю, где мы. Ну, давай, 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 давай. О, почти доехали. Вот сюда нам надо. Угу. Тогочазм. А ну, проверим. Это, кстати, коралловый лес. Это баньян. А вон горы кораллов. И тут он спереди, если посмотреть. Тут вообще просто лес, который растет из кораллов. Дина идет через мистический лес. Коралловый. Да. Вот какие. Прикольно. Ага. Уже слышен океан. Как волны разбиваются. И лес уже поменялся. Если был кораллово-деревьевый, то сейчас вот какой-то кораллово-пальмовый. Да, вот. Уже видно просвет в этой дремучей чащобе. Да.
Ах, как круто! Вот туда мы сейчас и пойдем. Вау! Вот это стихия! Высоковатенько. Хоба! Шик! На песочке. Прикольно. Такой в середине скал, да? А там будет выход к морю? Да. Ну, от тайда зависит. Я думаю, сейчас высокий тайд. Здесь, когда низкий тайд, вот это вот все сухое, и туда в пещеру можно пройти. Поплыли? Поплыли. Ну что, тебе нравится? Да, интересно, расщелина. Да вот же тут вода заливает. Вот они, Дин, тут. Вода эта туда выходит. Тут у нас своды. Ой, холодная. Ловкач тут у нас. Я взял, положил туда кокос. Не острые. Да. Мне в шлёпках вообще прикольно. Полезли дальше. Страшно? Видела, как это камень болтается. Прямо аж такой адреналин, сердце колотится, потому что там такая мощь, такая энергия. Огромный валун, я не знаю, метров 10 в диаметре, в него приходит волна, и он качается. Не то есть, 10, ну сколько он? В диаметре. Ну сколько он? Ну он огромный. Ну, метров. Ну, в общем, Дина умеет, как обычно, обосрать весь кайф, который я рассказывал. А, такой вот был валун. Не, ну метров 5, ну 6. Но эффектно все равно. Эффектно. Там еще такой звук, когда сильная волна заходит, вообще кажется, что сейчас тебя смоет. Да. Ну, и тайд поднимается, поэтому мы решили свалить. Ну что, погнали? Вот она, наша ракеточка, 150-кубовочка, Honda Shadow. Смотри, как тик едет от него. Ой, проехал. Там же
кстати, такой красивый пейзаж. Да, очень красивый, вообще шикарный. Мне он чем-то напоминает возле Сан-Карлоса, вот мы когда ездили за кайтом, за трапецией, вот туда, помнишь? Да, да, да. Туда похожий пейзаж. Так нас ждет Талава. Здесь дорога начинается так хитренько, трики по буеракам. Сегодня был дождь, и весь лес пахнет такой влагой. Она сейчас еще не начала испаряться, потому что сейчас только 9 утра. Еще не очень жарко, солнце еще не вышло там наверх. Народ, смотрите, какого размера краб. Прямо такое блюдо на двоих. Я такого большого вообще никогда не видела. Огромный, максимальный, да? Из всех, что я видела, да. Но он сколько, наверное, килограмма полтора? Ну, реально большой. Спрятался совсем. А он туда глубоко ушел, там большая развилина. Коконат краб, он кокосы ест. Да. Да, хай-тек у него домик. Ну что, теперь лесная дорога начинает спускаться вниз. Это значит, что мы где-то рядом. Такой звук уже прибоя. Вау, прикольно. Да, красиво. Прикольная такая дорожка из леса выходит в пещеру. Да, серьезно тут все. Фу, смотрите, как тут. А, мама, как тут хорошо. А с этой стороны вон еще пещера вот там. Ну вот мы покатались на мотоцикле. Ну что, тебе понравилось? Да, хорошо. Очень прикольно ездить по острову, потому что, как бы странно это ни звучало, но здесь все здороваются друг с другом, вообще все. То есть ты вот едешь, и с тобой любой машина, любая, которая проезжает, будет тебе говорить привет, руками махать. А если ты спешишь быстрее, так они вообще уезжают на обочину и тебя пропускают, потому что ты едешь там на 2 километра быстрее, что вообще странно. У нас мотик был 150 кубических сантиметров. Не самая быстрая ракета, но... Underpower. Underpower, да. Маленький, легкий, что минус для такого мотоцикла. Ну, в общем, Honda Shadow 150 мне не понравилось. Потому что вот ощущение не сбитости, вот как, допустим, едешь там на Honda, там на скутере даже. У тебя ощущение такой целостности конструкции. А на этом едешь, такое впечатление, как будто такой китайский Китай, такой прямо типа Зангшена какого-то. Ну, в общем, такая история. В общем, мы только что узнали много всего интересного, как сюда supply приезжает. Гараж, который раздает всем их доставки, там огромное количество всякой техники, какие-то палеты с коробками. В общем, мы у них разузнали вот этот корабль, который 4 дня тут разгружался, сколько он раз в месяц приходит. Оказывается, один раз в месяц он приходит, и у него такой трип из Окленда на Фиджи, потом на Самоа, потом сюда, потом еще куда-то. И, короче, он доставляет всем всего по чуть-чуть. И здесь вот у него заняло разгрузить очень большое количество контейнеров, практически 4 дня. Но они увозят контейнеры, разгружают их уже где-то и потом возвращают пустые. То есть последний где-то день он просто собирал пустые контейнеры, это всюду ему постоянно свозили. У нас проблема, мы не можем тузик снять, потому что кто-то, кто пользовался краном, посмотрите,
кран уехал. И вот эта веревка, которая этот кран подтягивает, она также уехала, блин, и вон болтается. И все. Жопа! Он может, у Дины сейчас получится что-то с этим сделать. Не может, а получится. Ну, покажи мне. Удиви. Я буду тебя сверху снимать. Ты удивлен, что у меня что-то получится? Да. Ау, блин! Хоба! Мы сделали это, тимворк. Ну, выглядит, как будто решение этому всему есть. Давай. Mission complete, несмотря на эти адовые сложности. Ну как, ты молодец, ты справилась. Я такая находчивая. Ну что, народ, вот наша стоянка на этом великолепном островке New Way подошла к концу. Мы посетили все, что мы хотели. Я утвердился, что это все-таки один из моих любимых островов на этой планете. Очень милый, очень душевный, люди великолепные. И плюс красивые виды, и на мотке покататься тоже было классно. Мы уже с бумагами готовы к выходу. Подписываемся на канал, ставим лайки, проверяем колокольчик. И в следующем выпуске вас будет ждать офшор. Пока!